Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ну чё, у нас next район, мы идем, значит, теперь до Якова, Иакова, ну, я его буду называть просто Яков. А начнем мы с вот этой вот территории, с секретика какого-то тут непонятного, выживальщиков. А там уже на лодочке доберемся, куда нам надо, по заданию. Будем воевать с ним. Тут, походу, будет очень много леса. Какой-то чувак обгорелый. Так. Угу, пришли. Заперто, требуется ключ. Где ключ-то взять? Так, тут записка. Так, найдите ключ от сейфа. Ну, я так думаю, скорее всего, мне надо будет в воду сюда нырять, да? Ну да. На месте крушения самолета был обнаружен сейф, но к нему нужно найти ключ. Так, давайте еще раз записку прочитаем. Так, имя пользователя, местоположение, описание небольшой затонувшей, примечание дух с пилотом Фреденом Тоннером на борту потерпел крушение 8 марта 2013 года. В самолете найден сейф. Ключ отсутствует. Какой? Вот это что ли сейф? Я не пойму. Ну, по идее, мне надо найти этого чувака. Это труп чувака. А зачем мне весло? Мне весло не надо. Ой, там война какая-то. Ладно, нам это пока не интересно. Ну, ладно, поплывем, значит, сюда сначала. Блин, надеюсь, мне воздуха хватит на все. Боеприпасы для дробовика. Это мне не надо. Я задыхаюсь. Так. Масло, алкоголь и деньги. Короче, вот все точки. Их надо мне обыскать. И сейф где-то будет. По-любому. По сейфу, в смысле сейфу. Ключ. Мне же нужен ключ. Давай, давай. Стрелы, ускорители. Нет, не то. Все, в глазах темнеет. Значит, задыхаюсь. Так, чувак, все нормально, держись. Так. Воу-воу-воу-воу, что за течение непонятное? Оба-на! Вот это и ключик есть. А вот он и чувак этот мертвый. Так, тут еще куда-то можно нырнуть. Блин, вообще ничего не видно, все мутно. Так, ладно, я все обыскал, 4 точки вроде было. Все 4 обшарил, ключ нашел. Что еще надо? Сейчас там поеду, открою этот сейф. Заберу баблишко. И буду жить счастливо. Давай, залази. Так, больше нету бойков? Нет, бойков больше нету. Так, войти, сесть. Так, где? Вот туда мне надо. Так, 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 главное на мель не встать. Тормози, 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 ты мне еще понадобишься. Нормально, здесь по колено, чувак. Зачем ты прыгаешь? О, сколько тут денег! И журнальчики, и денежки, все есть. Так, ну все, я все получил. Деньги, журнал навыков и так далее. Так, теперь смотрим задание. А что это такое? Сюжетные, дополнительные. Так, это не то. Река, река, река.
Горы еще есть. Сектанты захватили лесопилку и держат там своих пленников. Перед... Так, это не то. Так, добудьте гризли. Блин, еще шкуру гризли надо добыть. Я так и не нашел ее, забыл. Ну ладно, еще это... Короче, оставим. Найдем по-любому. А это лодки надо найти. Так, я не понял, а... А что такое? У меня обычно здесь появлялось задание, типа, вот, теперь нужно идти туда. И метки сейчас, типа, нету нигде, да? Нет же... Ну да, нету метки. Ну вот этого флажка, к которому ехать надо. Блин, а чё мне, типа, надо еще задание там выполнить? И потом только сюда направляться. Походу, что да. Походу, что да. Это плохо. И чё? Чё предлагаете теперь? Так, 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 так. Это не навыки, это не то. Это потом я буду смотреть. Так, ну давайте, ладно, чё, будем освобождать лесопилку. А она где? О, так она в next районе. Ну и все, значит, сюда и отправляемся. Да, а, как ее убрать? От центра удалить точку маршрута. Все. Так, так, как туда добраться? Как туда добраться? Скорее всего, на тачке откуда-то. А, вот я могу отсюда на тачке добраться. Все, значит, отсюда и будем добираться. В смысле контролирует регион? Все, уже не контролирует, алло. Ее нету. Я ей секир башка сделал. Кстати, пушки, пушки, может... Да, жив, я знаю. Сейчас я оружие подберу свое. Так, где мои пушки все? Автоматик. Так, персонализация скрыть. Уже есть. Давай вместо нее. Вместо дробовичка будет. Так, и что там еще у меня? Снайперка была. Снайперская винтовочка какая. Блатная вот эта. Ну и все, и хватит. А там гранатометик пусть будет. Так. Это Джесс. Точку мне поставите? Да, все, едем. Так, так. Тачку не буду менять, фургончик и так найс. Не сойдет. Ой, тут что-то дымится. А, ну все, это переход на новую территорию. Походу. Не! А что тут военные, что ли? Прям военные-военные? Фига себе. Кто по мне стреляет? Так, вообще ничего не понятно. Кто, где, за кого? И у меня аптечек нету. Короче, тут походу все против всех воюют. Как-то вообще странно. Странно. А еще у меня аптечек нету. Надо было аптечек купить.
На. Ладно. Начинаем сначала. Ну, зато сейчас аптечек куплю. Можно, в принципе, и вертолетик зацепить. На вертолетике доехать просто. У нас у всех. Да, я знаю, у вас у всех. Все есть. Так, вот, у меня ноль аптечек. Броник есть. Все. Адское похмелье. Попытка номер два всех там разнести. Хотя можно, в принципе, просто тупо проскочить. Они вроде там друг с другом воюют. Все. Тихо, мирно проскочил. А. Что, так можно было, да? Тормозим. Так, и вот она, лесопилочка. Кто-то меня палит уже. Так, чекаем снайперов сразу. Они самые мерзкие. Он вроде один, да? Вон он, снайпер, сверху вижу. Блин, и эта сигналка есть. Это плохо, это очень плохо. Так, а куда снайпер делся? А вон он ходит. Так, тихо, тихо, тихо. Так, а вышка спасательная одна здесь. В принципе, я могу сразу обойти и сразу ее вырубить. По-моему, здесь всего три человека. Че так слабо? Ага, вот он, громкоговоритель. Вот еще один, вот еще один. Ага. Так, ну что, начнем, значит, косить всех. Спасательная вышка только одна. Начнем с вот этого вот челика. Блин, далеко он. Ну, так, задержи дыхание. Ой. Ну, давай. Да что ж такое-то? Вот. Умер? Умер. Так, а вас сразу я не завалю. Делайте, что должно. Жертвуйте. И когда момент настанет, мы будем готовы. Пока отвернулся. Так, вниз не падай. Все. Нет, 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 нет. Блин.
Он все-таки вниз упал. Ладно, пора переходить на ближний бой. Парашютик, парашютик, не надо. Я еще не умею приземляться. Так, мне наверх вот сюда. Так, ну все, киберпанк поехал. Какая сигналка? Она мертвая. Все, кобздец ей. Ой-ой-ой, какой парень, серьезно, вот это. Да что ж такое, сколько в тебе патронов-то надо? Еще троих, короче, я не заметил. Всего, получается, 7 человек было. Все, лесопилочку освободил. И пленников всех освободил. Какой я молодец. О, это Робин Гуд местный. Точнее, Робин Гудша. Так, и вот-вот появился этот флажок. Поверить не могу, что людей держали в клетках и хотели, как это, обработать. И спасибо, что присматриваешь за Джесс. Она-то считает, что круче нее только яйца, но мало ли что. Она любит попадать в передряги. Так, все, обнаружен новый персонаж, Джесс. Это лучница. Она супер будет на стелсичах всех выносить. Оба-на, записка. Так, распорядок дня пленных. 6.00 подъем, 6.30 перекличка, 7.00 проверка пленника, 8.00, если проверка пройдена, отвести к клеткам, 9.00 проповедь отца, 14.00, ого, это с 9 до 2 проповедь отца, офигеть. Так, 14.00 помыть пленников и клетки водой из шланга, 15.00 принять новых пленников у главных ворот, 17.00 вечерняя молитва, хвала отцу, 7.00 отбой. А, типа с 5 вечера до 7 утра вечерняя молитва, хвала отцу. Офигеть. Или как это понять? Или с 5 до 7 все-таки вечера. Короче, что-то непонятное. Я думал, как в армейке, когда в 5.59 отбой и в 6.00 подъем. Это эти жесткие моменты бывают, да. Один выстрел. Мне хватит. Так, ладно. А ты умеешь за себя постоять? Да, умею. Начну теперь помогать тут работникам всем этим. Спасибо, челикам. Что спас. Да, не я за что. Джесс. Раз уж очень ты приятно. Ты сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Я почти его нашла, но нарвалась на патруль эдемщиков. Помоги мне, нельзя дать ему уйти. Если ты хочешь выйти на выживальщиков, это твой шанс. А что еще важнее, ты поможешь отправить этого злобного ублюдка на тот свет. Идем. И так потеряли кучу времени. За мной. Так, блюда, которые подают холодным. Следуйте за Джесс. Ну ладно. Следую. Блин, ну а только она бегает, как я не знаю, как на прогулке утренней. Ох, ёпарас, это что это такое? Видишь? Его почерк. Он сжигает людей заживо. Да тварь он. Он тварь. И я его буду побеждать.
Я побежду его. Сектанты забирают всех. Они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви. Им похер где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Иаков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда. Потому что никто не хотел верить. Короче, для него все люди это как стадо. И он отбирает всегда сильных и слабых. Обманывает. Ты куда идешь-то? Там люди. Где ты? Че, всех убила? Ну да. Как она? Может. А я патроны пособираю. Следует так. Доберитесь до выгодной позиции вместе с Джесс. Ну, Джесс реально как Робин Гуд тут. И... Так, освободите пленника в лагере. Три. Так. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Ну, понеслась. Только не шуми. Или пленников убьют. Окей, значит, нужно освободить трех пленников.